Как же скучно, как же скучно! Как же скучно быть президентом, ничего не делаю целый день, в окно смотрю, сижу тут в своем белом доме, ничего интересного, хоть бы война какая-то новая была, ничего нету, сижу, ничего не могу поделать. Кто мне звонит? Алло! Алло, Эдуард, президент Эдуард, это твоя сестренка Мальвира, алло. Кто? Сестра твоя, дурень, сестра твоя. Мальвина, привет, как поживаешь там, рассказывай, что нового? Замолчи, короче, у меня есть, знаешь, сыночек, Женюша его зовут, ну, маленький такой мой карапуз, он очень хочет посидеть со своим дядюшкой, вот, но сейчас скоро приедет, да. А ты его вот тут оставишь, в моем офисе, вот тут, в белом доме? Да, он-то посидит там, может быть, с разгранит, ты не переживай. Все, пока, он скоро приедет, пока. Женьдос, значит, приедет. Ну, пофиг, пускай приезжает, я ему покажу, как тут президент живет. Реально, уже заколебался тут. Ничего не делаю целыми днями, так хотя бы с племянником погоняю. Покажу ему, что способен. Так, хорошо. Тогда, в принципе, буду ждать. Надеюсь, что скоро его моя сестренка привезет. Дедушка! Открывай! Что? Открывай! Это что вы такое смотрите? Тупые охранники! Ты кто такой, малый? Я Женюша! Я молокосос! Да я говорю, что молокосос, ты что сюда пришел? Ты вообще знаешь, что такое? Дом президента, что ты пришел сюда? Я помню своего племянника, но ему там годик, он что-то даже не разговаривает. Чё ты подрос, Женьдос? Давай вырос, я самый крутой. Деловой пришел в белый дом в костюме. Ну хорошо, проходи, деловой, малый, да, деловой. Да, хорошо. А где еще мама говорила, чтобы ты лайки умеешь колдовать, лайки? Ну я как президент, у меня просто миллиард лайков. Вот хочешь лайки поставлю? Хочешь? Хочу. Вот даже своих подписчиков попрошу поставить лайк. Все, вот смотри, вот прямо сейчас возьмут и все поставлю. Все, вот прям сейчас. Ура, агу. Так, хорошо, что ты пришел, а то я уже тут скучал, сам не знал, что делать. Вот давай, иди сюда. Вот, ага. вот тут у нас такой мини-музей в доме, в белом доме. Видишь, тут всякая одежда. Велика одежда, сними, еще утонешь. Вот. В принципе, тут ничего интересного, тут всякие пианино, видишь, всякие рыцари. Ну, короче, у нас тут музей. Давай. А вот сюда? А туда там ничего интересного, там уже не президентские. Там, точнее... А вы идите сюда? Нет, там нет. Ну там туалет, там больше ничего нет, там туалет и все. Вот мой личный кабинет, вот смотри, вот тут я дела решаю. Нифига себе, это что, камера, что ли? Да, тут много всего, вообще президентский кабинет, главный кабинет в стране, я тут все дела решаю. За что вот такое? Тыкать! Там где ядерные ракеты что запустишь случайно? Пошли! Я маме, пожалуйста, ты мне не разрешаешь тыкать! Нельзя тыкать! Мама меня попросила, чтобы я тебя принял к себе в гости, нельзя ничего тыкать! Малый, будешь... Я позвоню Мальвине, вот, сеструхе моей, и она тебя заберет. Вот именно. Так что не балуйся. Иди сюда. Вот тут тоже ничего интересного. Иди сюда. Птичка. Коко. Редкостная птичка. Ну тут спальня, тут я со своей женушкой сплю. Это что, деньги, что ли? Ну, как бы, я ж президент, да, у меня куча бабла. Поэтому. А можно я себя в такую не, нельзя, возьму? Ты еще мал, зачем тебе деньги вообще? Ты вадина! Это не мои деньги, я ничего не ворую, это вадина, деньги страны! Деньги страны, не мои деньги! Что, иди сюда! Можешь меня бесить, иди сюда, Женьдос! Вадина, я... Ой, так, где мой телефон? Сейчас я позвоню! Вот именно. Иди в музей там смотри. Иди так, вот там. Что, сюда, да? Это хоть... Да, вот там будет. Все, не тревожь меня, мне надо делами заниматься. Выкинул вот очки. Дядя Эдуард, давайте играть. А ну, иди на место, ползти. Смотрите, ты давайте играть. Ты вообще знаешь, что это такое? Это Оскар. Иди обратно туда. Иди туда. Оскар? Это Оскар. Мой. Ладно, хорошо. Как лучшему президенту.
Все, не надо вот это. Мне тут дела надо проводить. Так. Смотри, что нашел! Дядя Эдуард, нашел вы будем вы. Да какую рыбу? Это мой трофей! Это ясь, которую я словил 30 килограммов! Ясь! Да, вот такой. Да, как ты вообще сюда приволок? Он такой тяжелый. Все, иди отсюда! Будь мои трофеи таскать туда-сюда. Все, отстань! Так. Дядя Эдуард, вы смотрите, что я нашел! Как ты загоняешь? За какие пип-пип-пип? Да ничего нет! Пип-пип-пип! Как это? Пистолет! А ну выкинь! Пистолет выкинь! 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 Я только пью! Я только поиграю! Позвоню! Ой, сейчас позвоню сеструхе своей! Так! Где ты вообще? Пистолет! А ноги сюда! А ноги сюда со мной! А ноги сюда! Что это было? Никто не проходил, охранники! Никто не проходил! А это кто такое? Это тут склад оружия! Никто не проходил! Так, сейчас, да я все проверю. Оружие, так. Оружие. Все вроде на месте, не понимаю. А это что за глаз? А что это такое на глаз на меня смотрит? Да нету никакого глаза, все, успокойся. Так, ничего не пропало, и слава богу, пошли. Ходит он тут. Откуда ты вообще пистолет притащил? Я... Подожди. Я не знаю, откуда пистолет. Да фул, я его а почему ты вообще лазил по тумбочкам? Я же тебе говорил, просто сиди. Ты сказал, поиграйся. Вот так поиграй. Я играл с тумбочками. Слушай, ты играл с тумбочками. Ай, ну иди сюда. Вот смотри, где играть надо. Иди сюда. Вот детская площадка. Вот тут играй. Да, прикольно. Вот именно, вот там играй и все. Не мешай мне президентскими делами заниматься. Что там снизу творится? Кто там гукает в туалете? В туалете никого нету. Так, что это тут происходит? Что это тут, алло? Кто ты мамуху кинул? Ой, что такое? Выпустите, где я? Что такое? Где я? Я потерялся. Так. Привет! Да, что такое? Чё ты тут делаешь? Чё там делаешь? Что за дымовуха? Что такое вообще? А откуда я знаю? Ты мне сказал играться вот тут, я игрался. Так. Ща, я пробегу. Я с тобой! Так. А где оружие? Оружие пропало! Это ты украл оружие! Оружие пропало, не знаю! Дебилы! Вы чё, ничего не видели? Кто тут был? Мама! Кто оружие украл, дебил? Вы тут что вообще делаете? Стоите и спите на посту! Всех нахрен уволю! Так, иди сюда, малый, иди сюда! Дебилы! Так, где камеры? У меня же там камеры есть в этой комнате. Сейчас я посмотрю, кто это все украл. И засажу его навечно засажу. Вот, сейчас я узнаю, вот кто дебилы, там украл. Да, дебилы. А ну показывай, камеры показывай! Показывай! Что ты сидишь, дебил, кусок пока всех к чертовой матери! Бей его! Убей его! Выпусти меня, отсюда выпусти! Да уйди ты, отойди! Ну давай! Дебилов набрал на работу, никто не работает, нас обокрали! Слушай, а ты ж там был, ты ничего подозрительного не видел, кто украл все? Да, какие-то воры пришли. Я спросить хотел, дядюшка, а где у вас тут туалет? Туалет? Ну вот снизу, я же тебе изначально говорил, вот. А, ну хорошо, да я потом схожу, спасибо. Да. Я пошел пока посижу на... Иди! Ладно. Посиди. Президент. Что там происходит опять? Кто опять? Жень Дос бегает мелкий, ты... А чё двери тут открыты в комнату? Так! А ты всё золото! Так, подожди. Так, золото, где всё золото пропало? Я-я-я-я-я, ты слышу, паскуда мелкая! Иди сюда! Кто тебе вообще разрешал золото всё выкидывать? Я вижу! Выкинь! Юбку моей жены украл! Выкинь! Сюда давай! Какую юбку? Это мой... Так, хорошо, сейчас я позвоню. Да ладно, вот.
Засранец мелкий, все выкинь, все просто! Все. Заколебал! Вот, понимаешь, это моя спальня, как ты вообще туда пробрался? Кто тебе вообще разрешал тырить мое золото? Корону сними! Извини, дядюшка, мне так просто нравится эти блестяшки, смотри, еще. Корону сними, корону. Не, а можно я оставлю себе? Так, хорошо. Номер 98-60. Нет, снимай нет, давай! Все, снял. Заколебал, а? Короче, слушай, ты уже загадил вот эти все юбки свои мелкие. Вот именно. Иди писать, иди. Давай, иди. Иди писать. Все. А подожди, только я с тобой иду писать. А тут еще тут туалетную бумагу сейчас тыришь, поэтому я посмотрю за тобой. Ой. Вроде такой мелкий, а навонял как кобыла какая-то. Фу. Я пошел. Пока. Пошел. Куда ты пошел? Не теряйся. А вот еще забери. Все. Так, да, конечно. Мой племянник. Я говорю, моему племяннику годик, он даже разговаривать не умеет. Этот уже пришел. У меня пропали деньги, оружие. Какой-то хаос в белом доме начался. Может, это не ребенок, какой-то шпион американский. Так, ну что-то мне кажется, так оно и есть. Да, типа прикидывается ребенком тупым, как он и есть. Но не все так просто, не все так просто. Так, хорошо. Он узнал то, что у меня есть бункер. Не зря мы пошли в эту комнату. Не зря я его проверял. Поэтому, если он реально шпион, то сейчас пойдет мой секретный бункер. Поэтому сейчас как раз таки мы и проверим. Племянник это! Или шпионюга проклятая. Ну все, будем ждать. Нифига тут чё, ну все, тупой президент, офигеть, ну все, я стану самым крутым президентом. Привет, дядюшка, я просто тут поиграться хотел с танками. Да, дядюшка, не держи меня за дебила, я уже давно вычислил то, что ты не мой племянник, ты шпионюга проклятая. А ну давайте тюрягу его, забирайте в тюрягу. Этот мир будет моим, иди сюда. А ну в тюрягу его, сейчас задавит меня.